Всем привет! И сегодня снова с вами я, Эллен, на моем канале «О жизни в Канаде». И сегодня у нас распаковочка. Ship New York City Runway. И главный офис находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Я очень люблю стрит-стайл, и особенно Нью-Йорк стрит-стайл. Это такой какой-то особый гламур, особый шик. Это немножко другое, чем Париж, чем Европа вообще, в принципе, чем Милан. Это немножечко такой наш, американизированный стиль, и мне он очень нравится. И вот, одни из, можно сказать, идолов этого стиля, это как раз то, что я заказала. Раскрываем. И вот наш кулечек. Мы достаем. Это та кепочка, которую искала. Я еще хочу Нью-Йорк-Сити. Ну вот, это та самая кепочка, которую я хотела. Так что, теперь жду оказии выгулять ее. Я обожаю вообще белые футболки различных вариаций. Это как раз M, medium размер, но такой немножечко oversize. Вот такой свободный, как раз как я и хотела. Замечательно. Обязательно пущу фотки по экрану. И это долгожданная моя белая рубашка коттоновая. Вот моя белая рубашка. Шикарная. И с кепочкой это будет супер. И сегодня поедем делать фотосессию. Очень красивое место. Так что, пожалуйста, как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а я вам, как всегда, желаю здоровья, счастья и позитива. Пока!